Попробуйте классический вариант алкогольного Экнага с ромом, и вы не пожалеете. Очень оригинальный и вкусный традиционный американский напиток. Запишите себе рецепт, чтобы не забыть. Смотрите, как приготовить Экнаг или Гоголь-Моголь. Это традиционный рождественский напиток в США и других странах. Чтобы приготовить Экнаг, возьмите молоко, желтки, ром. Если хотите безалкогольную версию, можете этот шаг пропустить, и специи. Готовый напиток особенно хорош прохладным, можете добавить палочку корицы в бокал перед подачей, а с имбирным печеньем вообще очень вкусно. В конце видео мы расскажем, какие продукты потребуются. В кастрюле смешайте молоко, корицу, гвоздику и ванильный экстракт, 0,5 чайной ложки. Доведите на слабом огне до кипения за 5-8 минут, затем уберите с огня. Взбейте желтки и сахар, желательно миксером, до густой белой пены, затем аккуратно и постепенно добавляйте к яйцам молочную остывшую смесь и продолжайте взбивать. Потом уберите массу с огня, влейте ром, добавьте взбитые сливки и 2 чайные ложки ванильного экстракта, а также мускатный орех, дайте остыть и отправьте в холодильник на ночь. Готовый Экнаг подавайте холодным или, по желанию, можете подогреть слегка. Ставим лайк и подписываемся. Подписывайтесь, комментируйте, ставьте лайк или дизлайк. Вот из чего готовим блюдо. Молоко, 4 стакана, гвоздика, 6 штук, ванильный экстракт, 2-5 чайных ложки, яичные желтки, 12 штук, сахар, 1,5 стакана, ром, 4 стакана, взбитые сливки, 4 стакана, мускатный орех, 0,5 чайных ложки, количество порций, 3. Спасибо за просмотр, напишите, что вы думаете, или просто лайкните. Приятного аппетита, приходите еще.